Построенное при Союзе понемногу приходит в упадок, построенное вновь зачастую не сберегается жителями. Отучить мусорить, приучить по-хозяйски относиться к своему двору и улице, беречь и украшать их призвано движение ТОС. Лет 5 назад оно стало набирать силу в Ульяновске, сегодня их количество только в Ульяновске приближается к сотне. Их силами благоустроено более 100 дворов, реализовано свыше 250 социально значимых проектов и инициатив местного населения. Местные праздники – еще одно объединяющее дело. Их проведены тысячи. Мы хотели приурочить к юбилею нашего любимого города. Вообще праздник предполагает спортивные мероприятия, развлекательные для детей, конкурсы, флешмоб. Будут рисовать деткам, как называть, аквагрим. Ну и вообще хотелось бы развлечься и... В чем суть? Сплоченность народа. Микрорайон Мостовая уже несколько лет может похвастаться этой сплоченностью. Жители сами коллективно решают, что и как им делать. Даже в отсутствие председателя все организовывается жителями. Работает первый в России молодежный совет ТОС и волонтерская организация, созданная при самоуправлении «Доброе сердце». Это праздник спорта. Мы его организуем совместно с соседним селом Сельц, с Домом культуры. Нам помогают культурные организаторы, ну и я, естественно. Праздничное настроение у всех мостовчане, хозяева праздника, радушны к гостям-спортсменам из Лаишевки и ТОС на Дворцовой. Бесплатные угощения, арбузы и чай, веселье, спорт. Объединенные внутри мостовой, жители расширяют ареал конструктивной дружбы. Депутаты, волонтеры, организации, предприятия, НКО, для всех есть место. Вы знаете, ТОС Мостовая Слобода – это команда. И я им всегда привожу слова из песни. Команда, которой и любить, и судить. Команда молодости нашей, без которой нам не жить. То есть эти мероприятия, они очень сплачивают людей. Они делают их добрее. Они показывают, что надо ведь... Любой вид спорта, даже развлечение – это труд. Это большой-большой труд. Что ко всему нужно прикладывать усилия. Прикладывать усилия здесь не боятся. Все давно уже уверены, что если за дело браться сообща, то вместо разбитой грунтовой дороги будет асфальт. Вместо мусорки – спортивный парк, на котором будут играть не только мостовчане. К нам приехали ТОС Карл Маркс и ТОС Лаишевка. И вот у нас как бы дружеский матч проводится. Товарищеский матч играем. Товарищеский. Как сыграли? Сыграли хорошо. Пока очень первый хорошо, тайм. Да. 0-0. Все впереди. Просто благоустройства уже мало. Дети создали волонтерскую организацию при ТОС «Доброе сердце». Общественная единица взаимодействует с ассоциацией ТОС России, с различными НКО, властями всех уровней, сферами образования и культуры. Здесь уверены, что сплоченным людям легче найти друзей. И сегодня с Мостовой стремятся дружить все. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.